Всем привет! В апреле 2021 года Юлия Меньшова взяла интервью у своего отца, обсудив с ним не только его карьеру, но и личную жизнь. К сожалению, Владимир Валентинович так и не увидел готового фильма. Сейчас Юлия Меньшова выпустила уже готовое интервью. В числе прочего, режиссер и его дочь поговорили о том, какие события в своей жизни он может назвать провалом. Не сразу, но Владимир Валентинович признался, что жалеет о разводе с Верой Алентовой, который продлился целых 4 года. Говоря об этом периоде, Меньшов назвал его пустым временем. Тяжело переживал. Как пустое время. Несмотря на то, что у меня уже выстроилась судьба в кинематографе и наконец я дебютировал как режиссер, все это уже было без мамы. Но я чувствовал, что я вхолостую живу. Не получается у меня. Нет стимула утром просыпаться. И поэтому, когда мы опять сошлись с ней, я обрел душевный покой, рассказал Меньшов в своем последнем интервью. Надо сказать, что связь между Меньшовым и Алентовой была особенной. Ради супруги режиссер даже пошел наперекор своим принципам. В интервью дочери Владимир Валентинович признался, что всегда был против привлечения к съемкам своих людей и знакомых. Даже в фильме «Розыгрыш» Меньшов вырезал короткий фрагмент, где он идет в массовке вместе с 6-летней на тот момент дочерью Юлией. Для Веры Алентовой режиссер несколько раз сделал исключение, в фильмах «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Но как раз потому, что Алентова была его женой, Меньшов вел себя с ней подчеркнуто строго, из-за чего между ними происходили ссоры на съемочной площадке. Это строгость. Это должно присутствовать в человеке. Поэтому я и с Верой так ссорился на съемочной площадке, так ругал ее. Я нарушил принципы собственные, снимая жену и зная, что все между собой шепчутся. Обязательно шепчутся. Поэтому я так нервничал, чтобы она была безупречной, заявил Меньшов в своем последнем интервью. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!